Ну что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Тимис, и со мной сегодня Попкет. Здравствуйте. Всем привет. И сегодня у нас вышел уже 4-й день. Не будем тогда затягивать, начинаем. А ты уже подписан на канал Тимиса? Ну-ка, быстро подписался. Так, ну что ж, получается, мы идем к Санте, и он нам, по идее, дает квест. Так, ну-ка. Собрать 8 оленей, да. Получается, для саней у нас тут. Ну, тогда мы поехали искать. Так, ну что ж, первый олень у нас находится вот тут. Мы его забираем, и мы поехали искать следующего. Так, ну что ж, следующий олень у нас находится неподалеку от прошлого. Получается, мы его забираем, и у нас уже два. И мы поехали искать следующего. Так, ну что ж, следующий у нас олень находится вот тут вот. Мы его забираем, и у нас уже их три. Получается, мы поехали дальше. Так, ну что ж, следующий олень у нас тоже находится неподалеку, мы вон там были, и получается, вот он у нас следующий. Мы его забираем, и мы поехали искать дальше. Так, ну что ж, следующий олень у нас находится вот тут вот. Мы его забираем, и мы поехали искать следующего. Так, ну что ж, следующий олень у нас находится вот тут вот. Не останавливай запись, я еще одного вижу. Ты еще одного видишь? Да. А, ну да, вот, неподалёку. И мы его тоже забираем, и мы поехали искать следующего. Так, ну что ж, ну и последний олень у нас находится вот тут вот. Мы его забираем, и мы успешно проходим квест. Телепортируемся к Санте. И тут уже Кьюмастер, он уже прошел этот ивент. И мы Перфект. Ага. А мне их не дали. А мне тоже. А если я перезайду? Ладно. Сейчас мы тогда перезайдем. Так, ну что ж. А в итоге диски почему-то Санта не отдает. Мы прошли типа сам квест, но диски он пока что... Но диски мы почему-то не получили. Ну тогда мы еще покажем, что у нас вышло в обнове, да. Так, ну что ж, чтобы ролик не такой скучный был, у нас добавили сегодня ночью вот салон на Porsche и на... Чего еще? Макларен, какой Кёниг? Ладно. Вот такой вот у нас салончик теперь на Porsche. По идее, это же с прошлой зимы? С позапрошлой. Ну, да. Вот так вот получается салончик первого. Покажи второй. И вот он у нас на Макларен. Тут три сиденья, ты не зарулишься. Да. Вот. Ну, в принципе, прикольно. Можно троим кататься. Так, ну что ж. Пишите в комментариях тогда, получили вы эти диски или нет. Просто сейчас какой-то баг. Я думаю, тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Тимис и Попкет. Всем удачи и всем пока. Всем пока.